Так считает большинство автовладельцев. Ведь снег и гололед могут застать в любое время, а ездить на летней резине опасно, можно спровоцировать ДТП. Василий – опытный автослесарь со стажем более 20 лет. Он уверен, что время для замены шин уже пришло. Замена четырех колес у специалистов в среднем занимает от 40 минут до часа. Василий говорит, что как только выпадет снег, желающих в мастерской будет очень много. При этом автолюбителям важно помнить и о сроке службы шин. В шиномонтажных мастерских при замене резины вам помоют и подкачают колеса, проведут бортирование и балансировку. По закону зимнюю резину необходимо установить до наступления календарной зимы, то есть до 1 декабря. Техрегламент Таможенного союза о безопасности колесных транспортных средств гласит, что эксплуатация летних шин запрещена с декабря по февраль. Летняя резина на зимнюю меняется 1 декабря каждого года, вот, на срок до 1 марта. За нарушение предусмотрен штраф. Наказание водителей за данное нарушение по статье 12.5, часть 1 Кодекса об административных правонарушениях Российской Федерации на сумму 500 рублей. Кстати, старые шины в нашем округе с 21 октября можно будет сдать в Мегабак, тем самым принять участие в конкурсе. Акция продлится до 18 ноября. Чтобы принять участие, сделайте фото с шинами на любом пункте приема Мегабак и разместите его на своей странице ВКонтакте с хэштегом «Сдал шины на Мегабак». Авторы самых креативных фотографий получат сертификаты на покупку шин. Подробности на сайте Мегабак. Анна Наприенко, Сергей Василевский, Щелковское телевидение.